Это один из анапских пляжей в Джимате. С раннего утра системы оповещения предупреждают о запрете на купание. В поддержку информационным сообщениям работают бригады спасателей. Они рассказывают отдыхающим о реальной угрозе. Тигун – сильное подводное течение, с которым не в силах справиться даже опытный пловец. В сочетании со штормом природное явление становится смертельно опасным. Однако многие игнорируют запрет. Несмотря на огромные волны и сильный ветер, купаются сами и отпускают в воду детей с надувными кругами. Сегодня с утра вытаскивали людей, они не тонули, просто предупреждали, что с моря надо выходить. Люди не слушаются, залазят, купаются все равно, ныряют, им все равно. Семья Лысенко приехали в Анапу на выходные из Краснодара. Очень были огорчены тем, что на море шторм. Но даже несмотря на огромное желание окунуться, отказывают себе в этом удовольствии. Жизнь дороже. Потому что страшно, потому что в прошлом году были в Джимате, отдыхали, были свидетелями инцидента, когда унесло ребенка, вот родители не уследили. И как его доставали, это было жутко, страшно, и поэтому лучше мы вот походим, подышим воздухом, помочим ножки, чем лезть в воду. Это страшно на самом деле. Управление гражданской обороны и защиты населения напоминает о необходимости неукоснительно выполнять требования спасателей в случае запрета на купание. Элементарная беспечность может обернуться настоящей трагедией. Поэтому лучше подождать пару дней и спокойно наслаждаться комфортным, а самое главное – безопасным отдыхом на воде. Руслан Душевский, Анапа регион.